Привет, мой друг, как твои дела? Хорошо ли ты сегодня себя чувствуешь? А с тобой снова Дава Дым. И сегодня мы находимся в магазине Mahuka Store по адресу город Алма-Ата, улица Гагарина, 236Б. И тебе здесь всегда рады. Так что, если ты рядом, обязательно забегай здесь закупаться. Потому что у ребят самый большой ассортимент многих продуктов и есть всегда почти все вкусы, в том числе и Smoke Angels. И, конечно же, давайте сегодня поговорим о новом вкусе от компании Smoke Angels. Я больше чем уверен, ты заинтересован этим вкусом, потому что о нем все говорят и все его пробуют. Но ты не знаешь, тратит ли тебе свои кровные денежки на вкус, который может оказаться полнейшим говном, и ты просто зря потратишь свои кровные деньги. Поэтому я здесь, и я тебе сейчас попробую рассказать, что из себя представляет этот вкус. Но перед этим я тебе рекомендую посмотреть вот этот выпуск. Это самый первый дроп и самый первый обзор на продукт Smoke Angels, тогда, когда мы его разбирали, и на тот момент продукт был максимально сырым. Что же сейчас? Мы тоже разберем этот факт и посмотрим. Почти прошел год. Изменилась ли структура, изменилось ли качество продукта, стал ли он таким крепким, каким он должен быть, и самое главное, стал ли он таким вкусным, и это мы попробуем разобрать на новом вкусе от Smoke Angels Redemption Apple. Что из себя представляет данный вкус? Если ты думал, что это любимое антоновское двойное яблоко, ты ошибся. Если ты думал, что здесь есть схожесть со вкусом Дарксайда Гренни Смит, ты тоже здесь ошибся. И я попробую сейчас тебе рассказать. Из пачки продукт пахнет очень-очень яблочно, очень сочно, и его прям реально охота покурить. На деле же, когда ты его куришь, то первые тяги немного сомнительные. Ты думаешь, боже мой, что за резина? Боже мой, нужно ли это теперь как-то акклиматизировать? Почему вкус настолько сильно не похож на яблоко? Но потихонечку, пока проходит время, ты его прокуриваешь и жалеешь о потраченных бабках на плохой вкус. Ты понимаешь, что это яблочко эксклюзивное, оно индивидуальное, и это очень похоже, знаете, на яблоки сорта Red Delicious. Если ты не пробовал, то welcome в любой магазин, и там купи, попробуй, а можешь прямо купить вкус, и купить, конечно же, яблочки, и грызть эти яблоки, и пробовать этот вкус. Ни одной нотки на тот самый любимый вкус, который почти во всех яблочных ароматах напоминает тебе зеленое яблоко Granny Smith. Здесь красное, переспелое яблоко, но оно не обладает максимальной яркостью в плане спелости. Вкус немного темноват, сероват и немного такой, знаете, шумом. И немного такой обладает таким вяжущим эффектом. То есть я сейчас курю и понимаю, что мой рот немного начинает связывать. Это большой плюс в данном вкусе. По приятности курения в соло очень хорошо заходит, очень приятный. Его можно спокойно как и миксовать, потому что он будет давать свою неповторимую нотку, но не как основной вкус, а скорее всего как заполняющий в миксе, потому что с ним сложно сделать какой-то основной вкус, потому что, как я и говорил, яблоко не максимально яркое. Оно такое немного приспущенное по ароматике, но очень насыщенная в плане объема. Теперь, что касается качества продукта, то в данном вкусе, что новый вкус, там, скорее всего, соблюдены какие-то новые технологии, и продукт, конечно же, изменился, и понять это можно только в новом вкусе. То скажу так, после первого обзора данный вкус, данный табак намного стал лучше, намного стал интереснее и намного стал уже доработанным и, наверное, полноценным. По крепости, к сожалению, остается все так же. Примерно на уровне 6-5 по крепости, когда ты, в принципе, не накуриваешься, какое-то маленькое накуривание все же присутствует. Ну и в заключение давайте подведем итоги по данному вкусу. Порекомендовал бы я тратить на него деньги? Скорее всего, да. Потому что вкус как в соло, так и в миксах будет очень хорошо восприниматься как по ароматике, так, конечно же, и по общей концепции вкуса. Сказать, что продукт максимально выдающийся, этот вкус обладает вау-эффектом, нет. Здесь так не скажешь. Очень, кстати, если сравнивать примерную аналогию, то это почти идентичный вкус альфакера «Красное яблоко». Поэтому я думаю, ты немного разобрался в данном вкусе и много задерживать не буду. Поэтому подписывайся на мой инстаграм, подписывайся на мой канал, включай уведомления, чтобы не пропускать новые выпуски. А с тобой был Дава Дым,
и кальянный магазин «Махука Стор», который находится по адресу Алма-Ата, Гагарина 236-Б. Они всегда тебе рады. Будешь рядом, обязательно забегай. Ссылочка на магазин снизу. Пока-пока.